Добрый вечер. Добро пожаловать в нашу экспериментальную студию. Сегодня я хотела бы с вами провести эксперимент с использованием двух шампуней. Как вы знаете, сейчас существует множество различных бальзамов, шампуней, кондиционеров для помощи в восстановлении структуры волос, особенно после частых укладок, частых окрасок. И очень часто мы прибегаем к использованию химических ингредиентов в шампунях. Сегодня мы хотели бы протестировать с вами два шампуня. Один полностью натуральным составом и один с химическим составом, с более химическим составом. Также, если вы не против, поэтапно, пошагово я буду делать небольшие заметочки для наших данных, если вы не против. Хорошо? Так. Спасибо, что поучаствовать. Так. Ну что, надеюсь, что вы устроились поудобнее. Это процедура. Я посмотрю хорошо, раз сразу немножко. Эта процедура очень расслабляющая, достаточно приятна. И надеюсь, что вам понравится. Сегодня у нас может быть, вы что-то для себя новое почерпнете. Так, хорошо. Давайте приступим. Сперва я приведу краткий анализ ваших волос. Пододвинусь немножко ближе, хорошо? Так. Ну, я уже сразу вижу, что вы очень хорошо ухаживаете за кожей вашей головы. Вижу, что внимательно относитесь. Да. Что мне нужно посмотреть, это эластичность, хрупкость волос, волокон, знаете, каждого волоска. Немножко, хорошо. Просто так будет удобнее. Вы знаете, можете представить, что как в школе обратно вернулись. Помните, когда нас медсестры проверяли нас на вши в детстве, да? Ну вот это, конечно, не то же самое, но похоже. Все сделано, чтобы
замерзла. Сейчас сделаю небольшие заметочки, хорошо? Да, абсолютно. Нечего и записать. Очень-очень хорошим. В состоянии ваши волосы находятся. Блеск, здоровье. Прекрасно. Так что переживать вам не о чем. Да? Продолжайте в том же духе. Но опять же, сделайте для себя заметки о том, что можно переходить на более полезные шампуни. Так, записали. Сейчас я разделю ваши волосы на две части. И я просто поделю их поперек головы вот так. Передняя часть будет один шампунь, задняя часть будет другой, хорошо? Я быстренько. Головы, мы сможем с вами рассмотреть каждую сторону, посмотреть на разницу, если есть. Да? Сейчас сами шампуники. Первый шампунь у нас достаточно популярной марки. Его можно найти во многих магазинах. Достаточно распространен. Но, к сожалению, состав состоит из ингредиентов также не натурального происхождения. То есть, к примеру, присутствуют такие ингредиенты, как парабины. Знаете, парабины — это консерванты химического происхождения. И в больших количествах такого типа консерванты вредны для здоровья, поэтому мы стараемся их всегда исключить как можно чаще из предметов по уходу за кожей, за волосами, ну и также в пище, да, стараемся поменьше консервантов, то что это иногда даже связано с развитием раковых клеток. Это совершенно нам не нужно. Мы хотим оставаться красивыми, здоровыми, молодыми, такими, как вы есть. Да? Итак, ну, опять же, об этом обо всем можете почитать позже, если хотите сами. Сейчас мы протестируем шампунь на запах, чтобы вас не травить сильно. Я издалека немножко понажимаю так шампунь, чтобы дать вам вот облачко небольшое запаха. Поэтому... просто возле вас положу аккуратно бутылкой, да? Получили какой-то, да? Сейчас я вам задам вопросы по поводу запаха. Так.
был ли запах резким? Почувствовалось ли сразу присутствие химических ингредиентов? Почувствовали такой химический состав сразу, чисто через запах? Так. А просто приятно вам было слушать, нюхать запах? Ну, знаете, бывает приятно, неприятно или просто как-то нейтрально, в принципе, никак. Хорошо. Все, записываю. Второй шампунь у нас немножко другого формата, полностью на натуральной основе. Это мыло. Сейчас скажу, подождите. На шампунь на натуральном кастильском мыле. Кастильское мыло. Это мыло, которое не имеет в себе щелочи. Это мыло готовится до тех пор, пока вся щелочь испарится, уйдет. Остаются только масла и основа мыла. Это очень полезно для кожи. Оно не высушивает, не повреждает поверхность нашей кожи, наших волос. Помогает восстанавливать питательные вещества на коже. Также освежает достаточно. Вот это у нас кастильское мыло с нотками мяты. Peppermint – это мята. Поэтому у нас еще такой создается ободряющий эффект. И за счет мяты оно бодрит нас, освежает. Даже еще больше. Что хорошего в кастильском мыле также? Это полностью натуральный продукт. Никаких парабенов, никаких животных жиров или ингредиентов не тестировано на животных также. И все это сделано из настоящих масел, настоящих масел жидкого и твердого формата. Так. Еще его можно использовать не только исключительно для мытья головы. Также это мыло достаточно универсально. Его можно использовать в мытье кожи, тела, волос, как мы уже сказали. А также его можно добавлять в стирку, в мытье одежды. Можно мыть посуду, можно мыть полы, стены, все, что хотите. Оно очищает достаточно, не повреждая поверхность. Вот. Столько много интересной вам информации дала. Сейчас мы протестируем опять. Также понадавливаю немножко, да? В этом, конечно, у нас немного больше мяты. Вы можете заметить сразу запах мяты. Освежающий, бодрящий запах мяты у нас. Очень приятный.
эфирное масло мяты, очень приятное нам. Так, ну, те же самые вопросы. Был ли запах резким? Угу. Почувствовали вы какой-то ненатуральный запах, химический состав, знаете? Угу. Хорошо. Так, и последний. Понравился ли вам запах, самопредставление шампуня? Нотки такие приятные, да? Угу. Прекрасно. Спасибо вам, что еще раз захотели у нас поучаствовать. Очень вас благодарим. Да. Сейчас мы с вами давайте пройдем на станцию мытья головы нашу. Я вам немножко пошампуню. Помою голову вам обоими шампунями. Мы сравним впечатления. Вернемся, высушив голову вам, посмотрим на результаты. Да? Хорошо, пройдемте. Ну что, хорошо себя чувствуете, да? Замечательно. Успокаиваетесь. Я думаю, что вам очень понравится. Голову вам сейчас намыли. Будет все приятно, да? Сначала одним шампуньком, потом другим. Я буду пользоваться таким небольшим душиком, да? Все будет хорошо. Так, а сейчас...
Надеюсь, что вам понравился опыт такой. Да? Надеюсь, что было приятно, комфортно. Да. Ну, волосы ваши в прекрасном состоянии. Шелковистые, переливают. Да, дополнительных, если вы не против. Так, запах первого шампуня. Присутствовал ли химический опять запах такой небольшой? Как насчет пены? Какая пена вам больше понравилась, думаете? Первого второго. Не очень помните, да? Ну, знаете, по тяжести могла быть по-другому. По звуку, по ощущениям. Замечательно. Вообще опыт вам понравился? Положительные эмоции. Замечательно. Прекрасно. Так, ну что, давайте я немножечко закончу заполнение бумаг остальных, а вы откиньтесь, отдохните перед дорогой. Да? Надеюсь, что можете глубже расслабиться. Хорошо. А я буду вот здесь. Буду за вами приглядывать, так что все будет хорошо. Раздражений у нас никаких не было, правильно? Какие-то покалывания неприятные.